друзья, всем здравствуйте! И сегодня у нас вот такое вот необычное соревнование. Вот вы уже, как можете видеть, у нас огромная вот такая вот стая вот этих лысых. В общем, друзья, чтобы время не тянуть, у нас сегодня вот такое соревнование. Я буду давать каждому вот этот передячий пар и лысь. И тот, кто вылетает за пределы этого острова, тот и проиграл. И Итак, друзья, напишите, пожалуйста, в ваших комментариях, как вы думаете, кто останется на этом острове, сколько человек, чья цифра будет ближе всего, то ты победил. Итак, друзья, начну давать передачи пар вот с этого первого человека. Вот с вот этого. И... лось! Хорош, пошел! Ой-ой-ой, ничего себе! Куда? Хорош, ушел! Ушел! Ну, боже мой, знаете, друзья, у меня такое ощущение, что они все туда поуходят. Так, второй пошел! Хорош, второй! Что то что так высоко прыгают? ё так я еще не видел, что высоко прыгали. Ладно, этот остался, этот ты. Ты счастливчик, братуха, хорошо? Лусь пошел. Я вот только не пойму, мне им давать сразу всем этот придячий пар просто их всех вот так вот как-то оставить. Ну ладно, друзья, я предлагаю вот так вот просто устроить вот такую вот дискотеку. Дискотеку века, дискотеку века, дискотеку века. Да нас, да, да, боже мой, даже просят, руки даже тянет, просят. Ну, что у нас здесь происходит? Ну-ка сейчас посмотрю чуть-чуть. Ой, хорош. Ой-ой-ой, чуть на крышу не ой, даже врезались друг друга в воздухе, ё-моё Ладно, друзья, кто спешит, тот людей смешит. Да я людей смешу, потому что я спешу. Ничего себе, вот это сказал. Ладно, друзья, моя цель продолжить это очень быстро, чтобы не тянуть время, потому что мне еще нужно успеть очень чего много сделать. Хорошо, давай вот так вот. Ой, хорош пошел. У меня этот пердячий парни не заканчивается, а я человек запасливый. У меня здесь его очень много. Ой, смотрите, припердывается как. Ушел. ё -моё. я думал, если честно, их больше останется. Это что, все поуходили? Смотрите, аж куда летит. ё -ха. И назад вернулся. Ничего себе. Он ушел, но обещал вернуться, как называется. Ладно, друзья, продолжаем. О, о, смотрите. Во, 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 подпукал, подпукал. Вот что будет, если суп гороховый кушать каждый день, ежедневно. Лусь, лусь. Лусь, хорош, ну остался, остался, ладно, друзья. Потом нужно подсчитать, сколько их осталось и продолжить следующее соревнование. Ну-ка, еще вот так, еще чуть-чуть осталось. Вот этому подпукаться, этому припукаться. Этому, это этому тоже... А, нет, это уже припукался раз. Вот все равно останется, ничего себе. Видно, ему нравится на нашем острове. Кстати, друзья, обратите внимание, он чуть не залетел вот в эту кроватку. Ладно, вот это последний остался. Ну, брателла, за твое здоровье. И, Лусь, Ушел! Ничего себе! Я думал, он взорвался, так перданул, что взорвался. Я он чуть не ушел с острова. Ладно друзья, пришло время подсчитать. Итак, друзья, считать, учимся вместе с Веневонком. Урок математики. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, друзья, 12, вот сидит, 13, 14, вот пятнадцать, вот шестнадцать, вот семнадцать. Ну все, 17, друзья. В общем, я не знаю, кто из вас написал цифру 17. Ну, конечно, это очень тяжелое соревнование. Это очень тяжелое соревнование. Потому что, друзья, как бы ну, здесь такие шансы были, как всем остаться, так всем и вылететь за пределы острова. Ну хорошо, возьму. А, кстати, я чуть не забыл, друзья, смотрите, вот эту порцию долгожданную одну я, я, конечно же, дам нашему вот этому человечку, который сидит вот за этой дверью, Смотрите, та -дам! Бо... А, он уже куда-то убежал, ё-моё, ну ладно, друзья, ладно, возьму с собой этот пердячий пар на всякий случай с собой, мы, друзья, бежим по этой дорожке, и я не знаю, даже что-то там, там ждет впереди, сейчас посмотрим, просто, друзья, я знаю только одно, что если я там лысому дам вот этот пердячий пар, это будет не по сценарию игры, так, этот человек меня напрягает, поэтому, апчи! вот так, друзья, вот такой вот у меня есть волшебный чпхи, чпих, ой, э этот, чих волшебный, ха-ха-ха. Чпих! Вот так вот открываем. Друзья, я сейчас встречу где-то этого лысого и сразу-то дам ему пропердеться этому лысому. О! Вот здесь за мной, друзья, как всегда, будет гнаться дядя. Хорошо. Ну, а если... Я даже не знаю, если вот эту дверьку убрать... А, нет, замуровал! Замуровали демоны! Я просто знаю, вот отсюда будет сейчас дядя очень нехороший выходить. О, видите? О, какие глаза свирепые! Вот, смотрите, вот он! Друзья, напишите в комментариях, какая цифра была вам ближе всего. 17 или 20, или какая, потому что... Я сейчас, друзья, буду уже начинать следующее соревнование. Да, друзья, о, вот здесь будет лысый. Ну-ка, а ну-ка, а я его не могу через решетку покормить. Брателла, прости, пожалуйста, не могу покормить тебя через решетку. ё -моё. ну ладно, друзья. Сейчас я вот этому... Деб... О, кстати, елки палки Вы знаете, друзья, нарисовался такой у меня план нарисовал. Ой, какой плохой план. План нарисовался у меня ни к черту, елки палки е ё, э, ё как мне можно, я не пойму. О, я придумал. А ну-ка, ой, замуровал. ё Демоны, ё-моё! Итак, друзья, я сейчас включу свои суперспособности и попробую вот так вот постараюсь. Вот, ой, ё-моё, лысами вот так лысами, лы, ой, ё-моё, я, я не понимаю, чё он меня? <плес> он почему-то на меня нападает, а их не трогает. Ну хорошо, я сейчас постараюсь, друзья, как-то еще так, знаете, что то придумать лысами замуровать. О, я, ой! Вы что здесь остались? Ё-моё! Вот туда как-то их надо, нужно набросать. А, ну ладно. Они, не, в принципе, не останавливают его. Ну хорошо, друзья, у меня я приду... Я, я хочу обратно! Пустите меня! Ой, ты посмотри, какой демонёнок. Ё-моё! Ну хорошо, друзья, ну-ка... Я, я, вы знаете, я придумал еще кое-что интересное. Если я сюда обратно, сейчас резко уйду. Смотрите, вот здесь я убрал вот эту штучку. Теперь я вот так вот вызываю демона. Вы, вызываю, то есть, вызываю. Ха! Вызываю демона вот так вот сюда зала. Ай, ё -моё. Ты понимаешь, какой он быстрый Какой быстрый человек, старый демоненок Старая д... дедовская Старая Даже не знаю, как его обозвать Ну ладно, друзья, так, что ж мне такое придумать, хорошо А как насчет вот такого вот сейчас вот Друзья, я в общем сделал вот такую вот духовку Надеюсь, она меня спасет Вот смотрите, какая духовка огромная, вот так Через эту плиту, о, идет, идет, вон идет демон И... В смысле, ничего себе Что такое, как призрак, ё-моё Так а чем же еще можно его так вот Я даже не знаю, чем его, о, я понял возможно, ему нужна голова. Вот, собственно, друзья, голова монстра. Поэтому, друзья, я думаю, что он меня не тронет, если вот так вот за футбол... За футболю... Где она? А, вот же, смотрите, вот так вот нужно зафутболить. Я не понимаю, что она как-то не футболится. Ну да, о! Во-во-во-во, тише, 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 тише. Вот так. Вот этому дяде. А ну-ка сейчас посмотрим. Давай, бери голову монстра. Тебе... Смы... Он футбол играет. Он в футбол и играет, ё -моё. Да, друзья, тяжелый случай. Ну, хорошо, если я сейчас запущу эту, как она называется, ну, вот эту, ну, как вот этот, что летают, и... короче, сатанического пилота сейчас запущу. Ну-ка, сейчас. Вот, друзья, вот, что я хотел сделать. Смотрите, вот этот пошел тот демон. Я пускаю вот этого, ну-ка, смотрим, смотрим. Ну, давай, ну, оставь. Он тоже его не оставлен. Хорошо, я сейчас запущу робота Нютика. Робота Нютика запущу туда и посмотрим, что он будет. Я сейчас только туда их напускаю, у него голова закружится у этого монстра. Так, братаны, мне нужно, чтобы вы чуть-чуть вот так вот э, как-то... Ну ладно, посидите вот так сейчас. Вот это, друзья, я думаю, будет другое дело. Смотрите, вот сейчас как-то... Вот так, хопа! Ой, монстр пошел! Монстр пошел! Ё-моё! Ну все, ну я так и знал. Смотрите, да елки-палки, ну ты посмотри. Ладно, друзья, я сейчас все равно на разведку пошлю туда роботов. О, и катается там. О, сам поехал. Хорош. Ну-ка, друзья, главное я вот так вот. Теперь, чтобы... Как-то, я не понимаю. Мне нужно, чтобы этот монстр вот так поехал. Хорош. Да едь, ну ехай, ехай. Хорош. Ехай, ты ехай. Давай, едь, брателла, ну-ка, пошли, пошли, пошли. Это моя, друзья, такая, знаете, это моя защита. А, они не хотят, все понятно, они не хотят туда ехать, смотрите. Лысые, -то, да ну ⁇ -мо ⁇ они им путь заграждают. Как их поубирать теперь этих лысых, черт его знает. Ладно, друзья, вот так. О! Поехал, смотрите, пошел, ладно, пробежимся, пробежимся. Я человек не гордый, сейчас посмотрим, что чем оно закончится. Ой, так смы, так здесь, я не понял, вы что, рофлите, смотрите, здесь нету пола. Алло! моё как мне туда убежать? Я не понимаю, что это такое произошло? Какой-то какой-то прикол. Да, друзья, эта игра зашла слишком какие-то демонистические, непонятные приколы. Посмотрите, я просто не могу реально больше туда пробежать. Что это такое? Вот это. И, и, ну, никак, вот смотрите, вот еще раз вам быстро показываю. Вот, забегаю. Просто какой-то прикол. А люстру можно убрать. Ну, а, ну это я могу. Но пол, конечно, я не абсолютно. Смотрите. Ну, ну как, ну что мне делать? Ну, ну как это? Это что? Я, я, не понимаю. даже зайти не могу туда. Ё-моё. Ну все, друзья. Это уже тяжелый случай. Все, я, я ничего не сделаю. В общем, друзья, уважаемые дамы и господа. Кто досмотрел видео до этого момента, обязательно напишите в комментариях. Лысый монстр. Так и буду знать, что вы смотрите мое видео от начала и до конца. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю. Не пропустите мою следующую интересную уморчительную серию. Все, друзья, до новых встреч, потому что эта игра уже вышла из-под контроля. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю. И этому монстру я пукаю и его не знаю. Вот так, между глазами вы сейчас вот так.